На федеральной трассе в поселке Варданы на повороте в Нижний Бу столкнулись грузовая «Газель» и двухэтажный пассажирский автобус из Самарской области. Спасатели деблокировали погибшего водителя «Газели», 43-летнего жителя Краснодарского края, и передали его сотрудникам полиции. Из пассажиров автобуса помощь потребовалась шестерым, из них 6-летний ребенок. Все пострадавшие гости города Сочи были переданы сотрудникам скорой.